За покупками, не выходя из дома. Теперь это стало возможным благодаря сервису Сбермаркет, который начал свою работу в заполярной столице в июле, наравне с другими 130 городами нашей страны. Как много порой времени мы тратим на походы в магазины, в спешке забывая проверить срок годности или нахватав в продуктовую корзину лишнего. Теперь на помощь тем, кто ценит свое время и ресурсы, пришел сервис Сбермаркет. Купить необходимые товары можно, не выходя из дома. Для этого достаточно просто скачать приложение, выбрать нужные позиции из предложенного списка и дождаться курьера в течение 2 часов. Либо же оформить доставку на конкретное время с 10 утра до 12 часов ночи. Большим спросом пользуется доставка товаров с полок магазина у пенсионеров, у мамочек с маленькими детьми, у людей, которые... подолгу находится на работе и не успевает сходить в магазин. Сборщик получает уведомление в приложении на своем телефоне, изучает заказ клиента и приступает к его сборке. Товары выбирает тщательно и последовательно. Скоропортящиеся продукты и заморозка в последнюю очередь. Сборщик внимательно изучает срок годности и внешний вид товара. Убедиться в правильности выбранного продукта помогает приложение. Сканирую продукцию. Потому что может это по гармовке быть не то, не пробьется. То есть если это не та продукция, мне просто не даст это. Добавляю количество. Сколько в заказе? Одно количество, все. Срок годности совпал, продукция хорошая, можно добавлять. В случае отсутствия товара на полках магазина, сборщик связывается с покупателем и согласовывает замену товара на аналогичный. Деньги списывают у клиента только после согласования всех товаров и после того, как покупки пробивают на кассе. Если продукты уже привезли и клиента что-то не устроило, тогда в течение 24 часов деньги вернут. На данном этапе у нас стабильно идет 3-4 заказа в день. Но с каждым разом прибавляются все новые клиенты, есть и постоянные, но новых тоже немало. После покупки товаров сборщик упаковывает их в пакет, строго соблюдая товарное соседство, размещая в холодильник, морозильную камеру или шкаф в зависимости от условий хранения до момента, когда их заберет курьер. Здравствуйте, вас беспокоит курьер компании Сбермаркет. Доставка ваша. Курьер привозит товары прямо по адресу, соблюдая все противоэпидемиологические требования. Этот сервис недавно открылся в городе, очень удобно. У меня 3 детей, не всегда есть возможность, то есть, сбегать в магазин, чтобы срочно что-то приготовить. Благодаря этому сервису, то есть в заказанное время все очень легко. Заходишь в приложение, выбираешь, все привезли, все отлично. На данном этапе единственный ритейлер в городе – это торговая сеть «Хороший». Но в ближайшее время рассматривается вопрос расширения ассортимента магазинов, а значит и товаров. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».